включил зажигание и поехал. Для работников такси дорога всегда вперед. Один из немногих автопарков Рязани обновил свой модельный ряд. Более 30 новых Kia Rio 2017 года выпуска уже колесят по улицам города. Быстро, удобно, комфортно. Именно за эти качества рязанцы выбирают брендированные машины компании. В этом году «Нео-такси» благодаря выбору пассажиров получило почетное звание «Лидер доверия». Мы очень благодарны нашим пассажирам, нашим клиентам за то, что они выбирают именно нашу компанию, компанию «Нео-такси». Мы стараемся работать для них. У нас работает приложение для клиентов. Мы обновляем парк. Сейчас в нашем парке более комфортабельные автомобили, комфорт-класса. В «Нео-такси» заказать машину можно обычным способом по телефону. Номер запомнить легко – 50 50 50. Или через приложение. Это удобно и для водителей, и для пассажиров. Денис Челноков работает в «Нео-такси» всего 3 месяца, но уже успел оценить все преимущества. Помимо своего автопарка и официального трудоустройства, плюсов достаточно. Машины хорошие. По ремонту ничего никогда задержек никаких нет. То есть, если что-то ломается, сразу чинит. Ну и клиент, то есть, оператор очень хорошо работает, то есть… Потому что бывает, вот других приезжаешь, что то клиент уехал, то там адрес неправильный, то еще что. Тут нет, тут оператор, никогда никто клиента не жаловался. Все четко, приезжаешь, клиент выходит сразу. Ну, сервис очень хороший. Хорошие условия, стабильность, стабильный заработок, можно сказать. Много постоянных клиентов, скажем так, которые действительно уже уверены в том, что будет выполнен их заказ. Качество обслуживания. Все тут стабильно. В современном мире такси – это необходимость. И хочется, чтобы машины были комфортными и безопасными. В «Нео-такси» именно такие. Новые Kia Rio уже полностью готовы к работе и ждут только водителей. Мария Рудая, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».